Ребята, всем привет! Как обещал я вам в предыдущем видео, что ко мне приехала посылочка из Китая, с AliExpress точнее. Это вот такой вот sound модуль, называется он DAS Micro TBS Mini. На него можно записывать звуки и также управлять светом. Там есть разные функции при пибикании, при нажатие газа, чтобы загорались всякие разные лампочки. Я вам сразу скажу, что я записал на эту плату только звук, так как у меня стоит световой модуль от Tami, самый простенький. Кстати, вот он здесь, он вот в этом бардаке. Не переживайте, это все уберется, все это будет спрятано. Проводку видно будет, не будет вообще почти что. Перейдем опять к плате. Заказывал я ее на Алиэкспрессе, ссылочку я оставлю в описании. Вместе с этой платой я заказал также программатор. Без него у вас ничего не получится. Программатор вам нужен обязательно будет. Когда вы покупаете эту плату, по ссылке в описании, когда смотрите описание товара, там есть ссылка на драйвера, на все программки и на коллекцию звуков. Когда вы переходите по ней, там все можно это закачать на компьютер и записать на эту плату. Записывается очень легко. Я смотрел видео от Вячеслава из Белоруссии. Он записал это видео специально для тех, кто хочет купить такую плату. Я присмотрел его видео раза, наверное, 4, даже может 5, пока я все это понял. А записывается звук в течение меньше минуты. Когда вы все поймете, что куда, очень все быстро делается. Также в этой библиотеке звуков есть разные звуки. MAN, Volvo, Scania, V8. Но там нету советских звуков. Там есть, по-моему, только и советский, только один MAS. 537 или как он, 573, 537. Только есть звук его. Данный звук, который записан на этой плате, мне прислал один знакомый. Даже мне двое прислали один и тот же звук. И я его записал на эту плату. Подключается тоже очень легко. Схемы подключения есть также на этой страничке. По ссылочке перейдете, посмотрите. По сути, если вам нужен только звук, и если вы хотите посигналить, то вам нужен всего 3 разъема. Это первый, это идет динамик. Второй, это идет от регулятор. И третий или четвертый, то сейчас я не помню, это идет на тумблер для сигнала, чтобы попибикать. Остальные мне не интересны, но с этой платой можно делать очень много чего интересного, так как она многофункциональна. Но мне нужен был только звук, мне был интересен именно звук, звук КамАЗа. Так что вот такая вот плата. Эту плату я спрячу в один из баков. Так, где тут мой бак? Сейчас я найду здесь свой бак. Вот в этот бак я спрячу этот модуль. Сделаю сзади отверстие, и потом я его покрашу, и будет такой ящичек, два в одном. Отверстие будет со стороны рамы, так что сильно видать его не будет. По-другому я не вижу, куда его спрятать, в кабину. Кабину не хотел я забивать всякой электроникой. Кабина будет только для кабины, так в случае, чтобы ее демонтировать, можно будет просто открутить и снять. А если там будет и модуль, там будет много проводки, этого я не хотел делать. Поэтому было такое решение распилить бак. Это правый бак. В левом баке будет, я уже говорил в предыдущем видео, в левом баке будет приемник. Приемник и еще вот такая штучка у меня есть. Сейчас я ее найду. Секунду. Вот она, я ее нашел. И я так думаю, это какой-то такой переходник. Это из одного канала вы получаете 9, 10, 10 каналов, плюс еще 2 для мигалок, например, так как у них 3 выхода. Очень удобная штука, я уже ее испытал. Так вот, если у вас один канал всего свободный, втыкаете такой вот переходничок, и у вас 10 каналов, 10-12 каналов. Кому интересно, ссылочку могу тоже оставить в описании. Ну, теперь, наверное, перейдем. А, колонка, динамик. Динамик у меня вот такой вот. Он на 3 ватта, 8 Ом.
плюс и минус. Тоже выключается он очень легко. Все схемы есть в описании. Ну, теперь перейдем к самому интересному, наверное, к звуку. Я записал такое небольшое видео на улице. Сейчас я вам его покажу. Так, сейчас продемонстрирую вам звук двигателя. Заводим.